Наше командование нас кинуло после того, как приехало наше командование, и мы сказали, что хотим уехать. Был бой, нас взяли в плен, мы сдались. İşğalçurus ordusunun bir neçə əsgəri Ukrayna silahlı qüvvələrinə təslim olub. Əsirlərin görüntüləri Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. Rus əsgərləri aldadılaraq Ukrayna ərazisinə gətirildiklərini, geri dönmək istəyərkən komandanlıq tərəfindən hədələndiyini deyir. Stat, bizə dedilər ya ölü ya da yaralı kimi qayıda bilərsiz, əks halda öz postlarımızda güllələnəcəksiniz. Statın sonu. Sağ qalmaq üçün Ukrayna ordusuna təslim olan əsirlərin görüntülərini təqdim edirik. Если мы попробуем побежать, то что все вокруг заминировано, и нас просто, говорит, в нас начнут стрелять наши же посты. И уехал. Когда мы поняли, что воевать здесь не с кем, то есть то, что здесь гражданские, никаких нацистов нету, опять же, то есть мы поняли то, что это полный бред, когда артиллерия херачит по мирному населению, по жилым домам. Вот. Когда мы подошли к командиру и высказали свое желание о том, что мы хотим отсюда уехать, нам сказали то, что мы уедем отсюда либо 200-ми, либо 300-ми. Реальная ситуация в Украине какая? Люди встали, сплотились против русских, которые пришли и беспределят здесь по полной. Мародерство, грабят, насилуют.